что в Украине благодаря таким деятелям растет уровень ксенофобии, расизма, человека, ненавистничества. И вот то, что мы сегодня видим, это та проблема, без которой нашему государству не решить и не справиться. Я думаю, мы сможем отстоять наши права. Я думаю, мы сможем доказать народу Украины, народные депутаты, что настоящие люди в этой стране есть. Вечірнє засідання Верховної Ради закрито.